На противогриппозную вакцину в области из бюджета выделено более 88 миллионов тенге. Для этого закуплено 90 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» российского производства. Уже сейчас в регионе увеличилось число заразившихся острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом. Например, с начала года заболели около 16 тысяч человек. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эпидемиологический сезон начинается 1 октября каждого года. Поэтому специалисты начнут вакцинацию против гриппа с 20 сентября, чтобы предотвратить распространение заболевания. В первую очередь вакцинируются состоящие на учете пациенты, воспитанники детских домов и домов престарелых, беременные женщины и часто болеющие дети. Прививку от гриппа ставим только с разрешения лица, подлежащего специальной вакцинации. У нас есть показатель охвата 10% населения области. Ежегодно в таком объеме выделяется вакцина, предусматривается из местного бюджета. Вакцину такого размера дозировки мы прививаем ежегодно.